чекаю, чтобы посмотреть, это... кого есть смысл сюда. ЖКД, что ли? Что говоришь? Ёбаная в рот, поебень, не вижу дискорд, сука. Ну почему нельзя было оставить РК, блять? Ну сука, ну как так? Если я рыгаю, то думайте сами. Голова у всех есть, ничего. Не работает, нахер. Ёбаный, блядь. Чё говорил опять? Пустую, блядь. Если, говорю, буду рыгать, лимон, ты там или что-то базарили. Чё это за хуйня? Нет, работает. А слушай, Войт. Троечки. Где там написано, что там настройки пользователя, дальше. Так, настройки пользователя. Так, давай. Голос и видео. А, крути вниз эту хуйню. Вот, смотри, приглушение приложения, да, приглушение приложений, ползунок, и дальше, когда я говорю, ползунок, когда другие говорят. То есть ты можешь поставить, когда я говорю, не приглушать, убрать его, а когда другие говорят, поставить, включить. А, попробуй так. То есть, когда я говорю, у меня выключен, а когда другие говорят, включен. А звуковая подсистема? Я стандарт стоит. Короче, ладно. Вот этот флаг, когда я говорю, за что она отвечает? Попробуй поговори сейчас что-нибудь. Ну вот у меня, когда я говорю, отключено, когда другие говорят, включил, как ты сказал. Мне кажется, это все из-за того, что когда я играю. Должно быть настроено так, что когда ты говоришь, приглушать. То есть когда другие говорят, у меня включено приглушение, когда я говорю, отключено. Вот. Вроде нормально. Еще раз, у тебя, блядь, когда я говорю, отключено? Да, когда я говорю, отключено, когда другие говорят, включено. Все, заебись, короче. Попробуй так. Кто-то там дышит. Да. Вот хули, я говорю, блядь, опять включил сейчас игру, и вот началась вот эта хуйня. Нажимаю Alt, кнопку, нахуй, чтобы говорить. Оно у меня, блядь, не высвечивается, вот этот значок ебучий, что, блядь, меня слышно, типа. А у меня вообще этого значка нету. Кто там дышит? Я вообще убралась. Это, вы суманулись все? Вот клиент, походу, дышит, да? Угу. Похоже было. Алло, блядь, раз, два, три, четыре. Это я дышал. Ну я так и понял. А ты-то кто? Я прист, ДЦ. А, можешь не дышать? Или можешь поэролить тогда? Раз уж дышишь. Я лучше заткнусь, посижу, послушаю. Это самое. Сейчас я с танка спекнусь. Я же червяков соло танчил, слышишь? На прошлой неделе. ДК уфнулся, и пришлось в соляру танчить их. Так, ну чё, кидай каски. Давай, я на хп. Я уже все раздал. А чё, не пошел этот Сабира? Сусятинка, не пошел? Я его не видел. Так, что там еще? Вот этот фурик, слышишь меня, воркаут, который 230? Фурик. Значит, на АП кричишь, ПКД. Чтоб всегда был крик, это наша сила атаки. Чек на пул, запускаем. Походу не плюсовал даже, да? Я смотрел, где он даже не плюс не был. А он не из гильдии. Да, нет, я просто... Фурик не из гильдии, он плюсует в рейд. Я про Суслятинку говорил, он походу то ли вылетел, но он даже не прислал, что-то странно. Так, значит, на тебе зеленая, на мне красная. Как вы тут привыкли, бьете зеленую сначала, потом... Говори лучше левая, правая. Левая это зеленая, правая это красная. Босс будет на мне, ничего не снимай. Так, кто там у нас топ-дамагер? Пламя, ты будешь топ-дамагер, да? Или нет? Старт будет топ-дамагер, да? На тебе бдилку. Не, давай я буду. Стар. Не, старый очень. Ты больше его агрос дашь? Да. Так, давай тебе тогда. Это. Так, вот. А не, лучше на него кидай.
босса не забирать. Да-да. Милики, разбейте с меня, пожалуйста, снобольда. Ну-ка накинулись. РДД тоже убейте на моей башке снобольда боссана. Ебанули. Ты РДД, опять лаг... Чё ты там, забирать босса? Нет, не надо. Плохо слышно. Ты ведь так. Ёбаный в рот. Наверное, забыл. Не надо. Не надо. Не надо. Погнали, Ширкан. Не слышно. 800. Заливайте вассалов. 10. А перетит там. Радышек. Так, теперь Боб. теперь давай Боб на меня. Снобольда забейте. Бейте этого пидора, все, теперь что, левую бьют. И свою. Геру. Да, кстати, нормальный, давай, Герн. Значит, еще... на ком зеленое дерьмо будет? На ком будет зеленое говно, где бежим к звездочке сразу. Нет? На ком токсин не вижу. Добав. Вон 4 человека с токсином. Босс блюет, пока не могу. Токсин. Чтоб этом в такси сейчас четко он будет. Вот ехал. Хант. Кислотные. А сейчас лужи здесь. Так, Львов. Не сделать, веди свой. Ой, да хей. Зеленый дебаф есть? Вроде не есть. Все, я не... не будет. Играем в ту. Так, выйду каплю. Да, хиль. Ёбаный в рот, ненавижу, когда вот это говно, блядь. Ты не видишь? Лучше. На полный войда. Сражайтесь или погибните, герои! Вот. Старайтесь все примерно стоять, я не знаю. Буду все убегать. Ну, мы прошли.
На ком? Не вижу, как жить, куда туда в стенку, короче. Смотри, где он врезался, и ты. Вот он сюда врезался, смотри. И вот тут он врезался. Ты вот тут стоишь. Меня слышно вообще в диске? Я молчу. Просто слышно тебя. Я не знаю, как он его задел, но он был рядом близко, Хан. Или кто это? Ну, блин, вот на меня бежит. Ненавижу ебаный дискорд, сука, удалите его нахуй. Вот когда врывается, только слышно, ненавижу ебаный дискорд. Почему, сука, нельзя было сделать так, чтобы, блядь, не было такой хуйни? Да, он пошел, блядь. Как вас приятно хилить. Даже по мане не... Ну, все пока прям собраны, ровные так пацанчики. Так, ну, просто. На меня бежит, да, вроде? Да я что-то в сетеках 27 кусков маны сливал буквально на первом боссе секунд за 40. Народ, я заметил, на самом деле босс, когда бежит в стенке, он имеет, знаете, перед собой некую зону, которая, я не знаю, там, в виде конуса, в виде прямоугольника, хуй знает. Вот Ханта сейчас могло... Попробуйте бежать не по стене. То есть, когда вы убегаете то есть обычно как бегут, вот, и по стене. Попробуйте бегать навстречу боссу наискосок. Вот, как я бегу, видите, бегу на него сейчас. Да, опа, хуяк, и сместился. Не бегите по стене. Какая-то хуйня, например. Это называется хитбокс. Как? Хитбокс. Хитбокс. То есть, коробка, куда он... То есть, расстояние перед боссом. Куда приходятся наши удары, коробка? Режь свои. Удар по нам. Блин, там резать не заходит, блядь, метр. Надо кому-то вести? Милики, если не надо, я бы понидил на этот, на успех, на паузе. Смотри, все же распыли. Все, я не дышу в микрофон. Это самая краса. Че, давай я Фурика, что ли, в одного потанчи этого пидора. Давай. То будем бить полгода. Слушайте, только напомните, как на вальках, что делать, я забываю. Напомню, я скажу, что делать. Я не могу атаковать эту цель. Вызывайте этого мальчугана. А он уже вон идет, коротышка. Угу. Карлик. И подскажите, пожалуйста, шаманы, на кого лучше кидать предание сил из вас? Чтобы больше дамага было или чтобы когда хп мало хилил быстрее? Круто. Крутой вопрос. Слушай, я вообще хз. Этот венок у меня шаман. Анхоли прист, на тебя кидать хорошо. Ну, по ДПСу, мне кажется, больше сова даст, но совы маны проблем нет, разве что хоста. Поможет бустом. Нет. А сейчас ты можешь гильдию принять из тех, кто в рейде? Можно. Белочка пришла. Сейчас это... Приготовились, бой. Все, заливаем, что видим. Петер Дру еще. Топовый X1. Сейчас забьем этого босса. Прим. Мам, диск. Нет.
пойдем, да. Может не быть. Госпожа вытащил. А, двумя и. Верно, каждый как. За 6-5 сейчас бомбанет. Эти големов не трогайте, сестер, как он, господь. Ой, ты там хлюп? Аллергия просто. Не? Я хлюпа. Хорош. Ой, ты на... Шмыгал, ну... Носом. Смешно. Вот так. Таргейзер, молодой. Старый госпожа. Ну, много беда. Скорее, сучка. И спот. Огонь. Отходим к воротам, к красным щитам. Чемпы, да. Чё, кого там в льду принять, я говорю? Пацаны, ответят. Ник напиши. Я сама согласится. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с чемпионом. Войда не слышно. Да, чё? Хули говорить, блядь, ещё не вышли эти пилеты. Я звук отключил в игре. Знаешь, когда протоколом играешь 3 года подряд, вот эти... Так, смотри. Просто уже перепонки, короче. Ну смотри, тут один вар. Ну давай, знаешь что, давай я обратно Фурика. Ты держишь вара, а мы хуярим пидоров всяких. Ну да. Лока нет, контролится. Нет. Так, кто самый опасный? Хан, да, Ханта и башня первого. Потом... Хант, Рога. Нет, Роги нету, да? Нету. О, мага, мага. Хант, мага. Мага, мага. Маг, да. Маг, да, это хорошо. Че, он опасный, что ли? Конечно. Да. Смотри, тут еще этот Энх, нахуй. Я хуй знаю, может в танка тогда, или Энх не убьет. Не-не-не, Энх, забей, а забей на Энх. Ну, короче, в приоритете Ханта, потом мага. Ну все, и все. Звезду, потом... И потом... все, там все их и в кучу, блядь, сводите, зальем их, ау, да, сейчас... Вар мой. Говорит им, как пулять, я готов, если что. Да, ну вар, главное, чтобы давать чек на пул. Потом третий аут. Кастовали хорошо. Все, врывайся. Хуярь, это самое, звезду все бьем сейчас. ДК притягивает кого-то, звезду притягивает. Стоит, похуй. Ебашим, подходим, ебашим. Дам сейчас фир по мобам. Дай херу. Потом кружок. Потом кружок. Берите раньше от вас.
Нагрец на маленькой РДД. Да, смотря. Если видите, варби же. Это был франшот. Звезду и башню. Косты сдала. Диспелс. Дерево заливай. Просто в точку ушел. Пылился, я масс диспел. А он не диспелится, он физически, потому что. Да, это вар. Это фир, там он этот. Это не заклинание. Вроде как. Рикка принял. Разгонная, нормально. Воротам отправим. Все, все на хила на РДД. Групп лут же стоит, отходите к воротам. Вы сможете пройти последнее испытание. Значит, берут все, весь рейд черную. А, сейчас я в танка, секунду. Ты берешь белую, я беру черную. Весь рейд берет черную. Подводим Вальку к белому порталу. Если надо будет сменить цвет, то вам скажут. Ну, я думаю, вы сами все знаете. Значит, если надо будет менять цвет, то когда вы возьмете белый, надо будет просто черную вальку бить. Ну вот видите, да, вот это белое, вот это черное, думаю, все знают, да? И Лимон, веди к нашему порталу вальку, не стой там. Потом мы с тобой вместе просто ее, когда цвет рейд поменяет, переведем к черному порталу. Все понял, да? Сейчас чекну. Ебашь. Что, нормально так? Раздевали. Хочешь? Да я ловлю сферки. Сферки. Чуть-чуть смещена. О, беленькая. А вы... Тонко. Стоит. Или не... Не, ничего.
Меняем цвет. О! Могущество. Переводим. Да. Уже забили белый. Али. Бронко. Я в любом случае отбегу. Там можно рыночно не получать урона, пока она... Побед. Ну, убегать тоже надо уметь, чтобы свои... Как дела? Кожа. Вы еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Давно, короче. Это какая-то пидерсия просто, блядь. Ты про что? Да про то, что, блядь, начинается бой, нахуй, начинается, блядь, вот это дерьмо, нахуй. А, ну, сыр-ката? Нажимаешь, и нихуя не, нахуй, не передается вам, блядь. Вот было бы сейчас сырка в натуре, вот как меня это бесит, хуйня ебаная, блядь. Почему у тебя только так работает? Чё за дерьмо? Я хуй знаю, блядь. Но вы у меня рыгаете тоже, блядь. Не слышно вас нихуя. Ну, может, слышу, скорость канала просто, интернет маленькая, не знаю, там... Это из-за... это, из-за железа. Так из-за как, фор... блядь, железо, блядь, чё там, 15-го года, i5, там, чё там, блядь, какая-то хуйня там. Ты не должна играть 10-летней давности, лагать верху, вместе с дискуссией. Аддоны. Аддоны, плюс, блядь, что-то установленное, какие-то дрова на одну систему, они не подходят, блядь. Короче, там дохуя всяких... Windows там, короче. А, винда какая у тебя войс? 8.1. А мне семерка. На семерке заебись, наверное, ой, DS работает. Так РК не работает, даже голосовые серверы отключили. О чем мы говорим? Нет, так РК вообще не работает. Не, у меня работает РК, у меня все там работает. Все старые комнаты, в каких я был, работают. Если у тебя заходит, в РК на аккаунт, да? Пускай. Да. У меня нет. Войт, а у тебя есть РК? Я после рейда установлю РК. Я знаю, что новые пользователи... Ну, меня не пускало на аккаунт, я не знаю, как ты заходишь, для меня это удивительно. Я не перестал пускать 10 апреля еще. Я сидел в РК, меня выкинуло и больше не мог зайти. Ну, короче, у половины работает, у половины не работает. Хуй знает, как у вас работает, что-то как-то удивительно. Если голосовые сервера офнули поддержку, то почему они у вас работают, а у других нет? Как так? Так, ну давайте, что там, чек на пол. $48 это ничего себе. Погодите, каску обновлю вам. Блеб. На ДК обнови каску. Так, трэш привожу на лужу, сразу переключаемся в трэш, пусть войс там танец. Вот, он завел жучка на лужу, я его приведу. Отойдите. Бейте, бейте босса, когда трэш. Сразу переключайтесь в трэш, а только он на луже, да. Вообще, да как красавчик. Так всегда делаю. Видите трэш, сразу переключайтесь, без команд. Били трэш, играем. Так играем, пока скажут не бить трэш. Вот и все. Бежит хуеплет. Как красава, гем трэш.
быстрее, трэш. Подведи его ближе. Давай. Две, одна секунда, ну. Блядь, зарылся, вы выкопаете с полным хуйню. Не зарылся, убили. Выкопаете, вот увидишь. Мы не добили буквально 3%. Кого? Моба? Угу. Я его добил, у него, блядь, оставалось 20 хп. Ханты, разбивайте, еще слетают 5 сфер. Разбивайте все, которые летают вон. Раз, два, три, над боссом еще одна. В центре, сзади. Что ты делаешь, Хант? Знаете, что вы делаете? Через лужу бегите. Минус два, вы что творите? Ой, что происходит? Да тупые, наверное, хуй знает. Вы что бегаете перед шипами? Тут шипы, они перед шипами бегают. Их выводить можно. Да. Ну ладно. РДЗ, доливайте трэш АОЕ, мирики не бейте его. Играем в кап... Кстати, меточку. Добили скоробеи все. Весь рейд. Большого жука и скоробеи убили, блядь, быстрее, кто живой. Выводите под босса. Тут большой трэш, давно пора залить. Че его один, блядь, бью на? Я вообще в ахуе. Как Хант, блядь, упал. Хант, ты в РК? Тебя шипует. Ты что, бомж, что ли? Ты первый раз тут? Не отошли. Надо вставать в лужу. А ты бегал и смотрел на нее, блядь. Я удивляюсь тебя. Сейчас только что в каре был, блядь. Тактики стрельнейшие. Руль умер. Старгейзер как салат. Но Хант не этот. Новенький, короче, он не дом. Да. Трэш, лей. Копать. А сова был на льду, кстати говоря. Чё сова? Сова на льду стоял, когда его убило. Вы босса собираетесь переводить? Нет? Не хотите, да? Бегаем тогда, чё? Какой ещё сфер летает? Вон, сфер летает. Убивай то, у кого есть какие-то... Вот, кастую я по сферам. Уже еще одна. Разливайте. В центре. Вон еще одна наверху. Прист. Бежим. Перед шипами не стоим, они дамажат. Даже если цель не вы, они вам протыкают штанишки. Еще одну сферу. Все, хватит. Мобов если... не забываем бить. Ох, РДД бьют. Потому что это не мили мобы, они вешают там, блять. Да, у меня было 18 таков, я не пробивал даже. Ну, значит, они здесь работают не так, как должны. Работают здесь... нормально, это просто десятка. Они вообще сжирают танки, вот эти стаки, вот эти болей мелких уродов. В ВК, да, но в обычке-то нет. Давайте к лужу. К лужу вставим, заливаем резко трэш, весь. Прям в него все свичнулись. Потом в копателя. Давайте копатель. Босс. ДПС упал. 10 тысяч ДПС. Две смерти. Плохо. Главное, чтобы что-то другое не упало. Например, танк. Или хил. Или топ ДПС. Главное, чтобы упал сейчас жук, который пришел. Убейте жука, да. Я не знаю, вы будете приводить босса сегодня, нет? ДПС не хватает. Две смерти, не хватает ДПС. Копатели перевод. Перса 3 минут, 3,5. Больше да. Блять. Разбивайте сферы, вон летает еще. Да ну нахуй, я первый раз такой видел. Три этих. Ой, я себя как раз лужу разлил. Ништяк.
Двигайте другой конец, две лужи в другом конце. Чего тут делаете? Чтоб вы на мне, если на вас переключится, что вы делаете? Вот. На ком там? Вон черепок, видите? Черепок. Убегайте от черепка к другой луж, который дальше всего от него. Еще одна сфера. Вот. Бейте ее быстрее. У кого там косты есть? 20% у меня. Разбейте. Отлично. Все, тусуем здесь у этих луж. Тут их три. Убегаем к следующей. Отлично. Одна лужа осталась. Знаю потом, что делать. Выкапывается. Все, переводить. Мелкий трэш свечен. Залили мелкий трэш. Эти босс. Трэш залейте. Геру. Геру даем танков на... Заливаем кап... Играем в ану... Все, фулл ДД, босс. Перед мордой не стоим тут. Хилы, держите на войда и меня, пока у меня болеет. Остальной рейд у нас 30% держите, как шаман. Вот два шамана у нас. 20 сколько? 31. Пламя, вот, ШП, он хочет тормознеть, по нему отхил тормознеть. Вот, отлично, так и держите. Чуть ниже, там 40%, чтобы не было перехила Анубара. Когда много хилите, вы его хилите. Больше, чем 50% у персонажа в рейде, кроме там. Минута до берсы. Вот, отлично. Сейчас отлично делает. Вообще, суть. Видите, как ХП у него 15-14. 13. О, захил. Не удержали креста. Тамана так. Я видел. ПДД нет. Пробуем добить. Посмотрим. Первый раз, кстати, десятки берсу. Так интересно. Я посижу, смотрю на все. Вообще, блядь. С один хуй бы я такой посмотрел, на самом деле. Там такого не увидел. Вот вы только что оставили 100к, опять до 300 поднялся. Да. Ну... Это стопать. Стопать хил. Войду он где? Да, мука, он не отъехал внезапно. Ура! Чё, выкройку, я не знаю, там... Рольте на профу или в ГБ, кому надо. Дробяшка, пошли на ебаного чумного, бля, ебанем. Да, 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 пошли на нота. У кого КД, можете ливать. Потом пристально забирайте пояс. Демона нету. Ебаный в рот, блядь. Это вот в натуре вот игра, ебучая игра. В Далоране зависает, бой начинается в инсте. Ебаная кнопка дискорда, блядь, она не работает. Как это получилось? Все тогда будет. Собирай рейды, а я чуть поиграю. Далеко? Квест этот ебучий, нот чумной, ебаный моб этот. Я никак не могу пройти РБК, чтобы добиться до этого квеста. Я уже прошел все эти инсты, но РБК не могу пройти. Короче, я не знаю, тут есть... Что там будет, когда будешь собирать, плюс они в кильде. Там со слятинка бросится, короче. Вот, собирай. Со своей гильдой. Он плюсует. Ребят, спасибо. Ходи еще. Вот, собирай пойти, вот, тебе плюсует.
Собираешь? Или не собрать? Я не слышу. Смотри, сколько плюсов дает. 8. КВ. Какие? Рабагос. Летите в Накс, я уже туда лечу. До новых встреч. Вот какая-то хуйня с диском. Если он молчит, значит у него багается диск. Хуйня, не... это, блядь, мягко сказано, сука. Вот, сука, вот реально, блядь. Кто знает, как это дерьмище починить, блядь? Как сделать, чтобы я был нормальным, блядь, сука, человек? Я бы попробовал тупо переустановить Дискорд, на самом деле. Вот. Да, переустановить? Вот на ту и, блядь. Сейчас, ну, серьезно, я бы... Да, я бы удалил его, почистил это. Сделай это после, там, потом, когда офнешься, переустановил. Переустанови, почисти реестр, попробуй заново установить, если... Это будет... Блин, хрен на... Может, от региона зависит, как-то от связи, там, от пинга, черт его знает. Да это пиздец просто. Хотя это вот люди сидят тоже, там, у которых плюс 5, у них вроде СМУ. Даже не знаю, чем связано. Слышь, могу спикнуться в хила. Можешь. Прям вставить этот голос, блядь. Так, не пиздец, я все слышу. Можешь. Сука. Я посмотрел этот фильм недавно, вообще огонь, кстати. Перевод Михалёва. Да, кстати, добрый фильм, хороший. Там так мужик взорвали, блядь. Пока он ехал. В семье ехал успеть на его. Как у них там праздник называется, когда индейку живут. День благодарения. День благодарения, да, вот. У них там это. Дай мне, Греф, это машина, чтобы четыре колеса, руль и сиденье. Сиденье, да. А можно взглянуть на вашу квитанцию? А я ее выкинул, блядь. Кто там офнулся? Я релогаюсь. Вот тут, ну, 8.30 пойдем еще, где-нибудь 25-ки там, и... Ну, блядь, ну ты... Понял. Ты что, тоже румынец?
Конечно, написано ЖРТ 8.30, блядь, все 25-ки. Во все пойдет. Румынец. Румынский разведчик. Принимайте с ума, кто там накуренный и хант, и давайте уже вы не заходите. Че ты танчи, тогда я подоможу. Все, все тут, в этой драконе. И куда бежать, че это? Я тирамису не вижу. Не тыкай никто на сумму, тыкните. Какой квартал там? Ага, видишь, как лес шарнула. Чумной, хуй знает, какой-то чумной, наверное, квартал. Все, пошли. Ой, Дефендер не может взять сюда. Ну что, раздам проту, наверное. Раз у нас 4 паута. Я бы от каски не отказался. 4 пала, я дам про. Где ДК? Бегу. Ну все. Да какой МП? Клятву нажимай, нормально будет. Прист гимна ману, дай у паладина мана лестница сразу вся. Он сказал, что он будет бафать на мане. Прото баф. 4 пау, 4 а. Кто-то со скакалкой пришел. Блин, что теперь? А что так сложно? Мы 25-ки, что ли? Почему 25-ка? Нет, как всегда. Что, а горожане в Сиросе точно не трогали? Ой, как горожан Экстрамус. В смысле, ХП не меняли? Абсолютно тот же Экстрамус, что и везде. Только работающий. О, тут они это построят говно свое, да? Помните? Каменная форма. Где он по аватарге? О, костый крест, хуйня. Ага. Зря двух обе начнут. По одной, но. Вон, пробьем. Нахрена двух забили вообще. А трон. Мы где сможем их есть? Нихуя. Надо подождать. Осторожно, ты пробивает очень сильно. Костой, костой. Смотри-ка, ее даже стан не сбивает, как защищенный плачок, а? Ну, чумной, вот он. Нельзя сходить, да? Сейчас баф пропадет с нас. Захиливайте там, шаман сейчас сдохнет. Ну ебаный в рот, ну алло. Один хил, а вы полезли. Чего хотели-то? Да там баф. Крови побольше. Ну, так что много прохилить надо было. Сколько крови, сколько трупов. Бафните шаман заново. Дайте ему все, что есть. И мне каску. Кто каску не дал? Кто что бафнул? Я прото. Кто не дал каску? Жлобы. Пошли, ебашки. Тихо. Теремас появился. Он убежал. А, ну вот он и не бафнул. Я думал, он тут. Ну все, он сейчас бафнет каску. Теремас. Так, что там, 8.30, да, сбор? Полчаса отдыха будет? Ага. Паладин, у тебя есть что пить, или ты просто стоишь, и она резается? Пошли хуярить босса, давай клятву нажимай. Пошли, блядь, хули мы стоим? Это, ну, неправильно, блядь, так стоять в игре, блядь. Ну, мы ждем паладина, который еще не подошел. Какой не подошел? Все тут. Тирамису только что пробежал. Жизнью
О, каска есть. Я на пол рейда бахнут еще. Давайте дадим ДК. 4 сальва. Я отдам. Давайте еще одну сальву дадим. Геру, где Гера? На 10% вообще супер. Пойдемте еще кого-нибудь сагрим и убьем его под Герой. За 30 секунд. Все, давайте отдыхать. Через сколько там? Через полчаса сбор. То надо отдыхать тоже. Куда сбор будет? Какой рейд первый? Значит, Грул. Маги, Ик, Они. Ого, это часа на 2-3. Не, нихуя, это, блядь, полчаса. Это все вместе полчаса? Надеюсь. Да нет, ну, Грул Магик, допустим, за 40 минут я проходил. Ик, ну там полчаса. Оня там, ну 20. Ну, 3, пару 3, часов, 3. Короче, должно. 2 часа в среднем, да. Ну, 4 рейда все-таки таких. Давайте, полчасика. Больше бежать, чем бить. Да,